Всем привет! Сегодня покажу, как сделать вот такой интересный десертик. Нам понадобятся апельсины, кокосовое молоко и агар-агар. В этом десерте нет ни грамма сахара, поэтому его смело можно назвать полезным. Для начала добудем из апельсинов сок. Из 4 штук у меня получилось 500 мл сока. Это больше, чем нужно, поэтому 200 грамм можно смело выпить для бодрости. Затем сок профильтруем через сито, чтобы мелкие косточки не проскочили в десерт. В сок всыпаем агар-агар из расчета 10 грамм на 400 мл жидкости. У меня сока меньше, но агара я всыпала как надо, 10 грамм. Размешаем венчиком и отправим на огонь. Доведем до кипения, варим 1,5-2 минуты и снимаем с огня. Быстренько займемся кокосовым молоком. В кастрюле вливаем молоко, всыпаем агар-агар и перемешиваем венчиком. Ставим на огонь, доводим до кипения, периодически помешивая, варим 2 минуты и снимаем с огня. Берем формы, желательно круглые, вливаем кокосовое молоко, заполняем их на 2/3. Затем берем апельсиновый сок и вливаем его в середину. Точно так же поступаем с формочками поменьше. Убираем остывать до комнатной температуры, а затем поставим в холодильник на 3-4 часа. Через 3 часа все застыло, все уже хорошо держит форму. Сейчас можно подавать на стол. Подавать можно просто в креманке, украсив ягодами, фруктами и веточкой мяты. А можно вынуть из формы и получить вот такую вот красоту. Поливать десерт можно любым вареньем или сиропом. Украсить также ягодами, посыпать кокосовой стружкой. Десерт похож на яйцо. Если честно, так получилось случайно. Но случайные десерты всегда самые интересные, на мой взгляд. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Обязательно приготовьте и расскажите мне, что у вас получилось. Я желаю вам здоровой еды, красивых десертов, приятного аппетита и до новых встреч!